война или процветание, что предсказал России Нострадамус. Расшифрованы пророчества на 2020 год. Алхимик-пророк говорил об успешном будущем нашей страны. Жизнь простых жителей будет улучшаться, начиная с 2020 года. Об этом рассказывают исследователи, которые занимаются расшифровкой его предсказаний. Однако на пути к золотой эпохе России предстоят трудности. Нострадамус говорил также о возможной войне с дружественной страной. Речь идет о Китае. Кроме того, нашей стране пророк отвел роль мирового судьи в конфликтах других государств. Французский фармацевт также предрек, что Россия в будущем станет духовным центром мира. Наши ученые буквально через несколько лет сделают открытия, которые потрясут все мировое сообщество. Интересно, что Нострадамус, в отличие от многих других провидцев, верил, что будущее, которое он пророчит, можно изменить. К примеру, он говорил о возможной мировой войне, называя 2015-2020 годы вероятным началом конфликта. Однако, если человечество прислушается к голосу разума, страшной бойни удастся избежать, пишет сайт Катун 24. Ранее португальский предсказатель заявил, что Третья мировая неизбежно ее развяжет президент США Дональд Трамп.